Сегодня мы разберем 5 мифов о похудении. Миф номер 1. Сельдерей, грейпфрут и капуста сжигают жир. На самом деле нет таких продуктов, которые сжигают жир. Некоторые могут увеличить скорость метаболизма, но лишь на небольшой промежуток времени. Миф номер 2. От зеленого чая стройнеешь. Это не так. Зато в чае содержится много полифенолов, веществ, нейтрализующих опасный для артерий холестерин. Миф номер 3. От каш полнеют. Крупы – источник углеводов. Кто ест больше медленных углеводов, каши из цельного зерна, содержащие большое количество клетчатки, теряют вес и медленнее набирают его. Замечен интересный принцип – качели. Если сочетать углеводы и жиры, индекс массы тела растет. А вот если не сочетать углеводы с жиром, индекс, наоборот, уменьшается. Миф номер 4. Чтобы перебить аппетит, надо съесть яблоко. Неправда. Яблоки и другие фрукты аппетит не подавляют. Наоборот, разжигают. Миф номер 5. От сухарей не так быстро толстеют, как от хлеба. Утверждение не соответствует действительности. Сухари более калорийные, в них жира больше, чем в хлебе. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!